В Самаре состоялось выездное мероприятие по вопросу доступности общественных пространств для маломобильных граждан. Были оценены два парка – Молодежный и Воронежские озера. Представители общественных организаций, инвалидов и депутаты составили рекомендации по улучшению доступности общественных пространств для инвалидов. Подробности расскажем в нашем сюжете. Доступность общественных пространств для маломобильных граждан – главный вопрос выездного мероприятия Общественного совета, Молодежного парламента и Совета по инклюзии при Самарской думе. Депутаты и активисты проверили, насколько парки Молодежный и Воронежские озера доступны для инвалидов. Особое внимание уделили общественным туалетам, пандусам, поручням и другим важным условиям для маломобильных граждан. Эти мелочи связаны с тем, что маломобильные группы населения, в общем-то, являясь жителями города Самары, не являются полноправными владельцами пространств Самары, потому что они не могут воспользоваться теми пространствами, которые отремонтированы. В конце выездного мероприятия были составлены рекомендации по улучшению условий для инвалидов в отремонтированных парках. И эти люди должны иметь право полноценно пользоваться всем пространством городского Самары. Осмотрев две локации, мы видим, что сделана огромная работа. Очень много учтено, но ряд моментов и недостатков, конечно, были определены. В сентябре текущего года планируется провести повторный выезд, чтобы проконтролировать устранение всех замечаний. Елизавета Прокопенкова, Сергей Баскин. События.